Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов вместе с жителями осмотрел новую детскую площадку в Юдино. Локация городка сложилась исторически. Предыдущую площадку жители села устанавливали своими силами. Со временем игровые элементы пришли в негодность, поэтому их убрали. В марте выезжали сюда с инспекцией, тогда участок представлял собой заросший пустырь. Сегодня мы видим полноценный детский городок с качественным резиновым покрытием, удобными лавочками, современным оборудованием и освещением, рассказал Андрей Иванов.